Творец создал вне себя желание получать. Но он же его... Он же ощущает это желание получать, значит, каким-то образом. Или это желание получать должно быть каким-то образом включено в него. Или Творец должен быть включен в желание получать. Как он ощущает желание получать, которое он должен наслаждать? Творец создал желание получать. Я создал злое начало. Кроме этого, я создал Тору в приправу, которая исправляет злое начало, желание получать, чтобы оно было ради отдачи. И тогда желание получать может получить наполнение от Творца Высший Свет, потому что оно тогда работает ради отдачи. Это понятно. Какая-то связь должна быть между отдающим и получающим вот этот контакт. То, что он дает ему, то, что дает ему, это связь между ними. Ну вот я когда вижу того, кто хочет у меня получить, я ощущаю, что он хочет получить, и я от этого наслаждаюсь. Но. Ну, это уже во мне есть, это его желание получить. Чтобы я его наполнил. Вот мой вопрос в том, что он создал это желание получить, и оно или должно быть в нем тоже после этого, или же он должен себя поместить в это желание получить, чтобы был контакт какой-то. Нахон. Верно. Так как на самом деле внутри Творца появляется какое-то желание? Внутри Творца ничего не появляется, не выдумывай. Значит, он помещает себя в творение. Да. Спасибо.